На льду Нижегородского ФОКа встретились триумфаторы этого сезона. Победители областной высшей лиги команда «Уран» из Дзержинска и чемпионы первой лиги клуб «Саровинвест». Организаторы подготовили для спортсменов мастер-шоу. Хоккеисты принимали участие в эстафете, определяли, кто из них самый точный, а также старались забить самый эффектный булит. Сразу после мастер-шоу лучшие команды области встретились в товарищеском матче. Хоккейному клубу «Саровинвест» удалось распаковать ворота чемпионов ВХЛ в первые 5 минут первого периода. Но соперник не собирался уступать. Высокие скорости, острые атаки, как итог, счет на табло 4-4. Игра выдалась интересной, несмотря на то, что обе команды уже давно закончили активно тренироваться. Поиграли в свое удовольствие, показали хоккей, показали то, что мы можем делать, несмотря на то, что уже долгое время находимся на игровой площадке. Отличный матч, он впервые проводится. Я думаю, войдет в традицию проводить такие матчи каждый год. Команды равные, всех было желание победить, никто уступать не хотел в таком матче памятном. Это первый подобный матч в области, и, как уверяют организаторы, он станет традиционным. Матч звезд – это своеобразная дань уважения тем командам, которые стали победителями и доказали, что они сильнейшие. Несмотря на то, что в областных первенствах играют любители, зачастую именно они становятся флагманами региона, и на них равняется подрастающее поколение спортсменов. И детям есть на что равняться, к чему стремиться. Это очень важно. И мы очень рады, что команда «Саров» вернулась в первенство в области, а на следующий год она будет в чемпионате уже выступать по высшей лиге. И я считаю, что она очень, эта команда достойная и поборется еще, наверное, за медали. Сразу после игры всех участников чемпионатов и первенств ждали на торжественной церемонии награждения. Медали и кубки вручали лучшим детским, юниорским и мужским командам сезона. Среди мужчин соревнования стали намного интереснее, намного профессиональнее с приходом новых команд, с приходом новых игроков команды. Очень приятно, что хоккей не останавливается на месте, хоккей развивается и развивается широкими шагами. Также организаторы подготовили и индивидуальные награды. Тренер хоккейного клуба «Саровинвест» Сергей Кулюбакин стал лучшим тренером мужских команд, а саровчанин Сергей Еремеев – лучшим защитником первенства первой лиги. Это очень приятно, во-первых, то, что тебя выделили, ну, заметили. Но это очень почетно. Областной хоккейный сезон 2017-2018 официально закрыт. И теперь ребят ждет отдых. Но продлится он недолго, потому что в новом сезоне в планах у хоккейного клуба «Саровинвест» участие в первенстве высшей лиги области. Мария Руинч, Артем Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».